С причала рыбачил апостол Андрей, Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескаря, Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил спокойно: Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Но учитель наказ, как блистают рога, черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалею дурака, распятие оставь на потом. Онемел Спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой. Ты и Вера на дурак, и Андрей в слезах.